Центр олимпийской подготовки Раубичи в ожидании праздника биатлона «Гонки легенд». Тут уже начали монтаж дополнительных трибун, торговых и развлекательных зон. Организаторы праздника рассчитывают на большое количество болельщиков. По их подсчетам, Раубичи посетят около 15 тысяч человек. В «Гонке легенд» примут участие звезды биатлона прошлых лет. В их числе многократные олимпийские чемпионы из Германии Свен Фишер и Рика Гросс, норвежец Хальвард Ханевольд, серебряный призер Ванкувера 2010, белорус Сергей Новиков. Среди прекрасных дам увидим в Раубичах норвежку Ливгрет Пуаре, шведку Анну Карин Зидек и многих других. Организаторы полагают, что места на трибунах всем желающим может и не хватить, но и эту проблему обещают решить. В воскресенье погода обещает быть очень хорошей, и мы готовы принять всех. Территория обширная. Для тех, кто не попадет на стадион или на трассу, в фан-зонах будут работать 3 светодиодных экрана, которые будут вести трансляцию гонки в режиме реального времени. Поэтому большой дружной семьей встретим большой спортивный праздник. Детский городок в этом году становится еще больше, еще лучше. Батуты, замки, аттракционы. Появляется впервые детская комната, где можно ненадолго оставить детей с профессиональными педагогами, где они могут полепить, порисовать, позаниматься. Ну и у взрослых тоже много есть возможностей. Можно пострелять от пневматической винтовки, пострелять в лазерном тире, силомер и многие-многие другие аттракционы. Также будет работать бесплатный прокат велосипедов и сегвеев. Начнется праздник биатлона в 10 утра и продолжится до 17 часов. Доставка зрителей по маршруту Минск-Раубич начнется в 8 утра. При этом транспорт будет ходить каждые 10 минут. Места отправления – метро «Борисовский тракт» и остановка по улице Карбышева.